Тут меня попросили осуществить смертельный номер и испробовать на Марусе пуходерку или буходралку, я уже запуталась. Сейчас будет этот смертельный номер. Марусечка, можно тебя отвлечь на минуточку? Вот, и разморчалась даже. Ты умрыкаешь, Маруська. Ты потому что ешь или потому что я тебе от пуха дергиваю? Марусь. Ну, конечно, чистота эксперимента не очень чистая. Потому что Маруся, в принципе, поесть любит. Марусенька. Когда закончишь есть, ты на меня набросишься или нет? Как ты мурчишь. Маруська, разреши-ка тебя от пуха дёрить. Я не буду тебя мешать. Ух ты, ничего себе, у тебя сколько шерстки. Как-то, Марусь, неловко тебе пуходёркой проходить, когда ты ешь. Маруська, ты ж недавно ела. Маруся. Ладно, подожду.